Продолжается первенство «Базашты» по футболу. После 9-го тура «Эльбурган» расположился на первом месте, «Псыш» на втором, «Красный Восток» на третьем. Однако лидеры идут настолько плотно, что уже после 10-го тура расклад может поменяться. 10-й тур состоится 4 августа в ауле «Псыш». Игры начнутся в 10 утра с матча «Апсуа Старокубинск». Затем в 12 часов сыграют «Инжит-Чукун» и «Казма», в 14 часов «Псыш» и «Красный Восток», в 16 часов «Кубина» и «Эльбурган». Приглашаем всех посетить 10-й тур и насладиться невероятной и доброй атмосферой первенства «Базашты» по футболу. До встречи!